депутатами парламента Республики Южная Осетия были направлены запросы в министерство, ведомство, в правительство Республики Южная Осетия с просьбой представить акты плановой жизни проверки казначейства Российской Федерации, которые были осуществлены в министерствах и ведомствах Республики Южная Осетия. Хочу вам зачитать некоторые из этих ответов, которые мы получили. К примеру, Министерство образования и науки Республики Южная Осетия сообщает, что акт плановой выездной проверки в Министерство образования и науки, составленный по итогам контрольных действий сотрудниками Федерального казначейства, предназначен для служебного пользования, о чем свидетельствует соответствующий гриф. По этой причине Министерство образования и науки не может предоставить вам запрашиваемый документ. Аналогичные ответы были получены и из других министерств и ведомств. При этом прямо нарушается закон Республики Южная Осетия о статусе депутата парламента Республики Южная Осетия. Привожу статью 12. Группа депутатов парламента Республики Южная Осетия вправе обращаться с запросом в любой орган и к любому должностному лицу. Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, должны представить в парламент Республики Южная Осетия ответ в письменной форме не позднее 15 календарных дней со дня его получения. Если иной не установлено на заседаниях парламента. Наши министерства ссылаются на постановление правительства Республики Южная Осетия в части отказа предоставлять соответствующие акты. Они ссылаются на постановление правительства Республики Южная Осетия об утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в органах исполнительной власти. Вне зависимости от того, что я уже не касаемо того, что депутаты парламента Республики Южная Осетия являются носителями секретности, то есть они имеют право получать секретные документы, в том числе и с грифом для служебного пользования. Я уже это не затрагиваю. Я хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, что положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в органах исполнительной власти, статья 3, не могут быть отнесены к служебной информации ограниченного распространения сведения об исполнении бюджета и использовании других государственных ресурсов о состоянии экономики и потребностей населения. Акты, которые касались именно исполнения бюджета и распределения государственных средств. То есть даже сосылаясь на собственное их неположение, вне зависимости от того, что они нарушают закон, и нормативный акт не может быть, подзаконный акт не может быть выше закона, даже их неположение прямо говорит о том, что сведения об исполнении бюджета, использовании других государственных ресурсов и состоянии экономики не могут быть отнесены к разделу для служебного пользования. То есть мы видим то, что орган исполнительной власти, я извиняюсь за выражение, наплевательски относится к законодательному органу Республики Южная Осетия, законодательству Республики Южная Осетия. И в данном случае я считаю, что парламент Республики Южная Осетия не имеет ни морального права на то, чтобы отправиться в отпуск. С учетом сказанного, мы предлагаем следующее. Отложить внесение постановления об отпуске парламента Республики Южная Осетия до того, как мы получим соответствующие акты и изучим соответствующие акты, которые должны, если правительство их не предоставит, значит, это свидетельствует о том, что они не уважают ни законодательство Республики Южная Осетия, ни парламент Республики Южная Осетия. Они, как мы сегодня услышали, они вводят в заблуждение народ Республики Южная Осетия в части повышения заработных плат. Обещают одно, делают другое. И это оставляет нам моральное право, если они, исполнительная власть нам не доверяет, если правительство нам не доверяет, не доверяет своему народу, то вопрос ставится,
Мы обязаны, я считаю, что нашим моральным долгом, долгом каждого депутата, представленного в парламенте Республики Южная Осетия, является выставление вопроса о недоверии правительству Республики Южная Осетия в связи с нарушением законодательства Республики Южная Осетия и игнорированием законодательной власти парламента.